Всем известно, чтобы долго и красиво говорить, нужно воздуху побольше быстро в легкие набрать. Ты втяни, ну сколько сможешь, до предела, и тогда выдыхай его активно, шумно, мощно, как спортсмен. Вдох и выдох не должны быть шумными, и ни в коем случае не нужно набирать воздух в грудь до предела. Давайте поучимся дышать животом. Плечи спокойны, расслаблены. Кладем руку на грудь, другую на живот. На вдохе живот округляется, наполняется воздухом. На выдохе сдувается, поджимается. Рука на груди остается неподвижной. Грудь спокойна. Мой портал. Будь в сети.